Немцы не едут на КТ и других слоупоках, так как по таймингам не успевают на прострел. Зачем ехать туда, где умрешь? Они могут продавить любой тайминг. В смысле, они не успевают. Они просто выезжают вдвоем, смотрят влево-вправо и едут вперед. Какая им разница, какой там тайминг? Кто там стоит, как там стоит? Они просто выезжают, отбивают лицом снаряд и стреляют в ответ. Какая разница, стоит там чел или не стоит там чел? Это если мы говорим про средних игроков. А если хороший игрок берет немца, любого немца, без исключения. Ну там, пантера А, пантера Г, пантера F, тигр H1, тигр Е, тигр КТП, КТХ, ях пантера, ях тигр, то угодно. Из этих машин берется, то хороший игрок может просто в соло подзакрыть, ну, полкарту. Просто стоя и напрягая всех. Но этого никто не делает. Немецкая команда не может осознать, что у них ультимативные машины, и просто стоят, отдыхают, ждут, пока к ним, за ними приедут. И дожидаются того момента, когда их по одному щелкают толпой советы. И все. А потом начинают жаловаться в чат, что ай-яй-яй, так нечестно, вас много, я один. Это закончится тем, что чел выйдет вот здесь вот. Пускай не проезжают. Это нормальная позиция, мне нравится. Маркер появился, типа, можно было до маркера выехать на характере. Ну что, будут пожилые байты с выстрелом маленькой пушки? Или нет? Надолго. Следить за судьбой Джамба справа, потому что у меня сейчас справа мухи его двигатель. Если он умрет, я услышу справа двигатель, я могу не отреагировать. Он сдох. Фиксируем это событие. Вот как это? Вот что это? Вот где это? Вот рикошет, да? Под гусеницу попал. Зафиксировал меня Джамба, надо валить сюда. Вот тут, может быть, бортом проедет. Дальше поехал. Вот убил бы тигра, я бы его прострелил. Пазик, ты будешь моей разменной валютой. Только не лезь, я тебя умоляю, ты сейчас сдохнешь. Пожалуйста, не лезь. Ты наиграешь на свои 2 килла, только не лезь, я тебе их подарю. Я заплачу тебе киллами за твою лояльность. Сзади. Там свой, тут закрыто.
Так, КВХ. Смелый, да? Так, а у этого наводчик пересел. Мама, не плевать, я козак. Че, слева с инициативой выход не удать? А можно на А заехать и троих покрошить? Идея неплохая, но реализация. Поглядим, что она может. А, там дом. Но он однажды отъедет. Или выйдет вперед. Я думаю, отъедет. Там не очень выгодно стоять так. Это все тот же тип. Нравятся мне такие ротации. Уч. И 3-4 сзади. Давай, сынок. Это не 3-4, а 3-4 убили. А ну постой вот так вот. И не шевались, главное. Чел стоит за домом, за вот этим особняком. Я могу залететь на, наплевавши на все. Какие-то досушки приятные стоят. Бан! Ну, точку собьете сами как-нибудь без меня, я думаю. Вы справитесь, вы молодцы, вы умницы, я в вас верю. Ну не надо, ну за что? За что на меня бомбы, причем все сразу? Ехать дальше. Потом втащить между дел. А какой обходник. Надо быстро поменять позицию, пока он не выехал. А что они в башню, где трох? А, он последний. Понятно, да?
Когда мы с тобой играем? Мы обречены с тобой на совместный геймплей, КВ. А что с лицом? Успеть бы только. Бум! Что по Меркаве 3? Ну, ожидается хорошая машина. Как итальянский лом будет на 625. Красивый внешний вид. Хорошая подвижность должна быть. Усиленный корпус. Форсированный движок. Я уже было думал, Талик, неужели улитка расщедрилась бы.